«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Тонкий. Йока. Тонкий лед. Йока боз. Тонкий лед. Йока боз. Пешеходам страшно ходить в центре Уфы по тонкому льду на улицах. Яяулеларга Уфы үзәгендә урамдардагы йока боз өстеннән йөрүе куркыныч. Пешеходам страшно ходить в центре Уфы по тонкому льду на улицах. Яяулеларга Уфы үзәгендә урамдардагы йока боз өстеннән йөрүе куркыныч. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».